Кошечка Милка. Жизнь в приюте не стоит на одном месте. Кошечка Милка. У нас в сельском мини-приюте Людмилы Чернецкой появилась еще одна старушка. Даже достудняется хозяйка сказать, сколько ей на самом деле лет. У бедолаги нет зубов, вид как у древней бабушки. Шурская, конечно же, неплохая, но общее состояние ребенка просто ужасное. Время не стоит на месте, кто-то уходит, и их место занимают другие. Жизнь продолжается. Остальные жители приюта радуются ей. К сожалению, в нашем мире ничего не меняется, а так хотелось бы у всех животных, чтобы был дом. И пусть даже этим домом будет такой же приют, как у нас, но все же это лучше, чем совсем ничего.